Всем добрый день. Хочу сегодня предложить вам, к вашему вниманию, буду готовить голубцы. Голубцы буду готовить с пекинской капустой из двух сортов мяса. Это у нас говядина, это у нас кусочек свинины. Вот у нас пекинская капустка. Итак, порезала свинину, говядину, три луковицы. Сейчас перекрутим через мясорубку. Говядину мы прокрутили с луком. Теперь перекручиваем свинину. Тоже с лучком. Это потом. Сначала мясо. Так, теперь берем капусту. Так, отрезаем сердцевину. Вот, берем листочки. Вот они у нас листочки. Снимаем. Пекинская капуста очень хорошая.
Так, надо промыть сейчас пока листочки, которые вот срезала я. Сейчас я промою. Надо подготовить. Вот. Вот эту сердцевинку немножко можно срезать, чтобы она была потоньше. Она не нужна лишняя, эта сердцевина. Вот. Марта, нельзя ругаться. Это же девочка. А девочки не должны ругаться, да. Так, подготовили капусту. Сейчас, значит, ставим воду кипятить для капусты. Так, сейчас. Сейчас налью воды. Итак, водичка закипела. Пускаем туда листочки. Немножко их нужно чуть-чуть проварить, чтобы они у меня размякли. Так, сейчас вот так вот запустим. Thank you.
Так, эту порцию мы сделаем. Промыла рис, немножечко риса поставила для фарширования капусты, для голубцов. Отварю сейчас рис.